Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах выбора поводка для собаки. Поводок – важная вещь в жизни любой собаки. Это вовсе не декоративная безделушка, как может показаться на первый взгляд. Хороший поводок – залог комфортной и безопасной прогулки питомца. Как выбрать такой необходимый для каждого лающего друга предмет? Каких правил стоит придерживаться при его покупке? Попробуем разобраться. Прежде всего, определитесь с видом поводка. Так, например, поводок-рулетка предназначен для выгула собак в городских условиях. Поводок-цепочка лучше всего подходит для крупных четвероногих. Поводок-водилка поможет держать собаку под контролем в особо людных местах. Поводок-ринговка идеален для тренировок и выставок. А поводок-спарка подойдет для выгула сразу нескольких собак. Определитесь с размером поводка. Например, размер XS рассчитан на маленьких питомцев, чей вес не превышает 10 кг, а размер L рекомендуется собакам, вес которых превышает 50 кг. Однако специалисты рекомендуют брать поводок с запасом. То есть, если ваш питомец весит 10 кг, лучше, если вы возьмете поводок, рассчитанный на 15 кг. Он позволит сдержать собаку и не порвется, если та неожиданно погонится за кошкой. Обратите внимание на материал, из которого сделан поводок. Лучше всего для прогулок с собакой подойдут поводки из брезента или стропы, выполненные из синтетики. Эти материалы не скользят, устойчивы к изнашиванию, могут выдержать напор даже очень большой и сильной собаки. А вот поводки из кожи, хоть и смотрятся красиво, все-таки служат не так долго. Не покупайте дешевый поводок, велика вероятность, что он сломается сразу же после первой прогулки. Недорогие модели в большинстве случаев не отличаются качеством механизма. А вот хороший дорогой поводок прослужит вам прекрасно не один год. Таковы основные правила выбора поводка для собаки. Руководствуйтесь ими при покупке такой нужной для каждого лающего друга вещи. Тогда ваши прогулки с питомцем будут безопасными и комфортными. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!